Добрый день, меня зовут Елена Точинская, я являюсь консультантом магазина здоровья и долголетия garbuzov.org. Утомляемость, стресс, бессонница. Большинство этих симптомов мы привыкли списывать на осеннюю хандру, летнюю жару или другие какие-нибудь природные аномалии. А между тем депрессия является очень серьезным заболеванием. По статистике сейчас 8 миллионов россиян испытывают депрессивные расстройства, либо стресс в скрытой форме, потому что зачастую люди даже сами не осознают того, что они стрессуют. Вроде кажется все хорошо, мы спокойны, но при этом отсутствие сна, либо бессонница полная, либо тревожные сны, учащенное сердцебиение, какое-то постоянное чувство тревоги может присутствовать. Поэтому врачи часто стали назначать антидепрессанты. Ничего хорошего в антидепрессантах нет. Они несут свой вред на наш организм. Плюс у многих антидепрессантов существует такое понятие, как привыкание, когда человек потом без них просто не может. Поэтому врачи сейчас стали назначать больше природные препараты, возвращаться все-таки к травам, комбинированным фармацевтическим препаратам. И сегодня хочу вам рассказать об одном препарате от компании Аптисал. Это либретил. Либретил содержит в себе такие компоненты, как валерьяна, мелисса, хмель, пустырник, шлемник. И самое главное, он обогащен такими компонентами, как глицин. А мы все знаем, глицин способствует улучшению работы головного мозга, нормализует сон и дает успокоительный эффект на нашу нервную систему. Если мелисса, валерьяна, пустырник давно всем известны, то хочется более подробно остановиться на шлемнике. Шлемник обладает очень большим количеством свойств. Он обладает противовоспалительным, тонизирующим, понижает давление, обладает антитромботическим эффектом, то есть он будет в легкой степени разжижать кровь. Будет оказывать спазмолитическое действие, желчегонное. По мне, шлемник – это просто такой кладезь для нашего организма полезных свойств. Он не будет не только успокаивать, но и давать полноценные оздоравливающий эффект. Хмель является сильным успокоительным средством. И главное свойство, еще такое дополнительное свойство, скажем, у хмеля, он укрепляет капилляры и сосуды. При этом будет, соответственно, благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Не только как успокоительное, но и в целом как поддерживающее. Магний и витамины группы В. Магний у нас участвует вообще в организме более 300 химических реакции, в том числе он успокаивает нервную систему, нормализует сон, благоприятно воздействует на память и нашу стрессоустойчивость. Витамины группы В также поддерживают нервную систему, дают успокоительные эффекты. Кстати, при недостатке этих витаминов зачастую люди испытывают дерматиты либо какие-нибудь различные кожные заболевания. Поэтому этот препарат обогащен, в принципе, помимо растительных, такими компонентами, как те, что я перечислила. Полностью этот состав будет оказывать успокоительное действие, он будет нормализовать ваш сон, при этом он не будет вызывать сонливость. То есть, если вы будете принимать этот препарат днем, вы не будете чувствовать себя вяло или неработоспособным, причем он не мешает также водить автомобиль, у него нет таких противопоказаний. Препарат нормализует сердечную деятельность, нормализует пульс. При вегетососудистой дистонии, при тревожных состояниях будет тоже показан. Обладает спазмолитическим действием, то есть при болезненных менструациях, при спазмах легких, в желудочно-кишечном тракте он будет тоже показан. Причем этот препарат можно вам даже показать. Его очень удобно носить с собой, так как он в пластинках. Не обязательно даже брать целую пластинку, вы можете отрезать. У препарата применение по одной капсуле 2 раза в день. В упаковке находится 40 капсул. Препарат не вызывает привыкания, побочных действий у него практически нет. Единственное побочное действие – это может быть аллергия, но аллергия может быть абсолютно на любой препарат и на абсолютно любой компонент.
С этим же препаратом у компании Aptisalt есть препарат похожий, Невронорм. Этот препарат полностью растительный, он уже не содержит в себе глицина, магния и витамина группы В. Здесь будет просто растительный состав. От компании Vitaukt есть препарат Нирвана. В Нирване содержится зверобой. Зверобой давно известен своими антидепрессивными свойствами. При этом он еще нормализует выработку мелатонина. А мелатонин – гормон, который отвечает как раз за сон. Поэтому Нирвана будет хорошо нормализовать ваш сон, способствовать выработке гормонов, в том числе и женских половых гормонов. И вместе с Нирваной можно принимать также отдельно препарат на основе магния. Здесь магния-цитрат с витаминами группы В, которые будут помогать поддерживать вашу нервную систему, нормализовать сон и убирать тревожность. Кстати, про магний хочется сказать еще, что при недостатке магния очень часто люди испытывают как раз тахикардию, то есть учащенное сердцебиение. Берегите свою нервную систему. Во многих учебных медицинских изданиях написано, что возбуждение коры головного мозга приводит к различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Оно, в принципе, и логично. Каждый раз, когда мы испытываем стресс, все симптомы стресса, выработка гормонов, учащенное сердцебиение, напряжение сказываются негативно на нашей сердечно-сосудистой системе и на износе сердца и износе сосудов. Поэтому благоприятное как и дополнение к лечению к каким-то заболеваниям, так и профилактика заболеваний будет поддержание именно вашей нервной системы. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы!